смотреть. Мне кажется, он ненавидит. Манится такой взгляд. Все, люблю, люблю, красивый, здесь мазит, сидит. Мы вас приветствуем. С вами Лилия Донскова и пес Мани. Мани, у тебя колпачок падает. И сегодня мы будем снимать видео обзор новинок каталога номер 17. Мани, ты чего? Давай повторим. Дубль 2. Итак, дубль 2, камера, мотор, поехали. Наш артист отказывается работать в роли модели новогодней. На минуточку посидит с нами. Меня зовут Лилия Донскова, и с нами пёс Мани. И сегодня мы сделаем видеообзор новинок каталога номер 17. Каталог новогодний. И, как всегда, вот это вот ожидание Нового года волнует и будоражит, и радует. И вот чтобы праздник прошел на ура, лучше заранее посмотреть все новинки, чтобы уже точно определиться, что взять себе, побаловать себя, и что взять в подарок своим близким и родственникам. Да, Манечка, ты у нас уже определился с подарками? Да? Маня уже определился. Он себе точно выбрал подарок. Ну что, приступим? Новинок очень много, поэтому я буду в темпе про все рассказывать. И начну я, наверное, с первой странички каталога. Каталог очень красивый. И на первой же страничке прямо у нас расположено очень красивое мыло в форме звезды. И стоимость его всего 59 рублей, поэтому это будет очень оригинальный, красивый подарок, что мне понравилось. Он в коробке и нарисован бант, то есть как будто бы она перевязана бантиком. Само мыло просто шикарно пахнет, аромат лотоса и мускуса. Очень красивое звездное мыло, оно с блестками, прекрасный кусочек такой увесистый. И очень вкусно пахнущий, будет прекрасным подарком. Я просто посчитала, что если думать о подарке своим близким, таком символическом, то, ну, если говорить о сумме в 50-60 рублей, то, в принципе, купить нечего абсолютно. Поэтому вот этот кусочек мыла, он будет прекрасным, чисто символическим подарком. И вас люди будут вспоминать долго после такого классного подарка. Я думаю, что разберут очень быстро. И особенно хочу обратить внимание на последнюю страничку каталога. Это наша любимая тушь 5 в 1. Она в новом дизайне, в таком праздничном новогоднем, с бриллиантовыми блестками. Тушь угольно-черная. И цена у нее всего 169 рублей. Тут только, знаете, из одной цены уже стоит просто обратить внимание. Ты обиделся? Я сейчас сниму колпачок с нашего песика. Он пусть у нас отдыхает. Ложись. Вот, и приступим к комплектикам. Мне очень понравился комплект. Это очень красивый клатч, золотистый, на красивой застежке. Он как футляр. И просто защелкивается. Цепочку можно снять, можно оставить. Очень красиво то, что золото обтянуто черным кружевом. И когда попадает цвет под разными углами, он все переливается очень богато и дорого. И к этому клатчу у нас идет очень красивая накидка в таких же оттенках, черное с золотом. И вот такую накидочку ее можно набросить на любую одежду, на платье, на черное, на вот я сейчас в желтом, но тоже очень красиво смотрится. Уютная, красивая штучка, которая дополнит ваш образ, сделает его неповторимым. И в продолжение таким аксессуаром вечерним. Сумочка бархатная, мягенькая, на молнии. У нее и только один отдел внутри. Нет отделов никаких, просто она раскрывается. Очень вместительная, маленькая, уютная сумочка, которая будет вам спутницей на вечеринке. И к этой сумке есть красивый шарф. Он сделан в таких же сине-серых тонах, с черными звездами, очень воздушный, тепленький, приятная ткань у него согревающая. То есть его можно накинуть поверх блузки, водолазки, завязать красиво. Очень много в ютубе роликов, как красиво завязывать шарфы. Можно просто посмотреть, подобрать для себя удобные варианты. В эту же звездную тему у нас вписывается сумка, сумка-мешочек
С одной стороны она просто гладкая, а с другой вся в звездах. Сумка очень мягкая, то есть ее можно буквально вот сложить в кулачок. Она легенькая, мягкая, при этом очень прочная, крепкая. И внутри у нее есть один большой отдел для на молнии под телефон. И когда вы ее наполните, просто вы затягиваете до нужного размера, так скажем, отверстие, так, и вот получается такой классный мешочек, который вы вешаете на плечо. Очень удобно. Сегодня я с этой сумочкой опробовала, погуляла немножко, мне очень понравилось, прикольно, прям респект этой сумке, очень понравилось мне. Следующая сумка бархатная, да, такая синяя ночь, темно-синий бархат, на клепке, сумка без замка, здесь только клепка. Достаточно сильная. Внутри есть отсеки, как обычно, под телефон и под мелочь. Можно носить за две ручки или на плечо перекинуть просто на ремешке, как вам удобно. Очень красивая сумка. И также к этой сумке у нас есть очаровательный набор. Это шарф-труба такой, с меховой отделкой. Одевается на голову, можно как труба на шею спустить. Очень хорошая вязка. Единственное, мне показалось, вот здесь она немножечко топорщится, когда одеваешь. Но мне кажется, ей просто нужно облечься. Как обычно, вещи принимают форму потихоньку. Да, после упаковки они немножко грубые. А вот варежки мне безумно понравились. Две рукавички такие шикарные, прикольные, сделанные. И в этой вязке ниточка одна блестящая, то есть темная, как люрикс такой, серебристый и бантик. Варежки очень удобные, по размеру они мне прям подошли, пальчики у меня длинные, поэтому на большое количество размеров может она подойти. Также у нас для мужчин вышла дорожная косметичка, такая прямоугольная, большая, на ручке. У нее есть внешний замок. Внешний кармашек. Сама она очень большая, такая вместительная, квадратная. Сюда поместятся у нас все мужские прибамбасики дорожные. И здесь вот как раз вот припрятана щеточка для мужских ногтей и рук. Очень жесткая, очень уверенная такая щетка, чтобы мальчики наши были всегда в чистоте и в порядке. И также для мужчин есть набор интересный. В чехле лежат два кусачка. Одни побольше для ног, одни поменьше. И пилка для ногтей, чтобы привести ногти в порядок в помещении. Все это в порядке, будет лежать в чехольчике, не потеряется. Будет всегда на месте. Далее у нас для малышей. Какая у нас тема интересная. Это набор для купания малыша. Классная пеленочка, которую малыш у нас укладывается, то есть это капюшончик, куда мы кладем голову малыша. С внешней стороны все в обезьянках, все-таки год обезьяны, поэтому это очень актуально. Качество просто бесподобное, очень приятная ткань, приятный цвет, желтый, нежный такой, не пугающий. Есть также вот пеленочка, как одеялочка, на которую класть малыша. С одной стороны это как тонкая трикотажная ткань в полоску, с другой в горошек. Все очень нежненько для детишек, приятное, качественное, шикарное. И есть вот такая мочалка, мочалка-варежка, тоже вязаная, тканевая, чтобы не травмировать кожу малыша. Да, с ней можно поиграть, да, у нее шевелятся ушки, можно с малыша развеселить, если он не любит купаться, таким вот подмигивающим, приятным аксессуаром, еще и с челочкой. Прелесть просто. И также для малышей у нас вышел новый набор с обезьянками. Это две расчесочки, массирующие голову малыша. Одна расчесочка просто пластиковая с шариками, то есть через один зубчик идет один остренький, один с шариками, чтобы делать массаж головы, чтобы нашего малыша быстрее отходила корочка и волосики росли быстрее. И вторая расчесочка с обезьянкой, очень мягкий, просто натуральный волос, который будет приятно расчесывать, массировать кожу, усиливать кровообращение, чтобы опять же у нас малыши росли кудрявые, пушистые, волосатые.
Все это в красивой коробочке, поэтому будет прекрасным подарком и аксессуаром для нашего малыша. Вот. И немножко бижутерии, два набора и вот набор колец. Вот набор колец вы видите на мне. Кстати, я в каталоге их даже не заметила, а когда я их увидела в деле и на себе, то вот даже задумалась, что это очень интересный, стильный аксессуар. Прям вот так глаза и тянут на него посмотреть, потому что камни очень необычно сделаны, они внутри как будто бы много-много-много граней, они все переливаются, сияют и прям манят. И у нас есть такой набор жемчужный, дымчатый жемчуг. И несколько у нас бусин вставлено с кристаллами. То есть очень красиво обыграно, делает набор визуально еще более дорогим и красивым. Есть регулировка длины, то есть можно сделать подлиннее, покороче, на ваше усмотрение. Я говорю набор, поэтому здесь есть еще кольцо, очень красивое, и серьги-гвоздики. Что мне понравилось в этой теме, что сделано в форме цветочка, очень красиво, весело, и подойдет для девушек и для более таких вот зрелых женщин. Очень красивый дизайн, необычный. И привело в восторг просто набор, сделанный под старину, с черными кристаллами, в черном таком обрамлении. Это серьги, очень достаточно такие длинные, если вы видите, что вот если примерить от мочки уха, то до середины шеи, то есть они, да, визуально удлинят нашу шею. К ним же в комплекте идет браслет, роскошный, красивый браслетик, такой вот черненький. Я просто сама его на себе не застегну, но я вам покажу примерный размер. То есть если вот на крайнюю, да, мы оденем, то это будет примерно вот так вот, очень элегантно спускаться на часть кисти. Все это очень красиво переливается. И в этом же комплекте роскошная заколка. Просто дизайнерская вещичка, очень красивая. Вся переливается, очень дорого выглядит. Особенно будет, конечно, красиво смотреться на светлых волосах. Потому что, например, на моих волосах она просто сливается, ее не видно. Вот. И также у нас есть красивый такой вот аксессуар. Ой, никогда бы не догадалась, что это такое, пока не открыла. Оказалось, что это маникюрный набор. Здесь есть все необходимое, чтобы сделать быстро маникюр. Щипчики, пилочка, ножнички. И все необходимое. Самое главное, это очень легкая вещичка. Ее удобно носить с собой в сумочке, косметичку бросить. И очень стильно сделано. То есть это из материала под кожу. С очень красивым орнаментом. Здорово придумали, молодцы. Есть у нас также очень красивый аксессуар новогодний. Вы знаете, когда посмотрела в каталоге, честно, даже не обратила внимания на эту вещь. И, наверное, так и прошла бы мимо. Но когда сегодня увидела, подумала, что было бы здорово такую штучку иметь себе. Это прищепочки. Просто обычные прищепки и очень красиво оформленные. Я сейчас покажу, что можно делать. Например, вы можете подписать открыточки, прикрепить их к прищепкам и развесить на веревочке. На елочку можно повесить или просто натянуть веревочку где-то в таком у вас в уютном месте, где будет, например, у вас место для подарков, куда вы будете прятать подарки. И там развесить так красиво открыточки или записочки какие-то любовные, или пожелания. У вас будет все вот так вот шикарно преподнесено. И каждый потом прищепочку возьмет себе на память на Новый год. И у нас еще есть аксессуар для душа и души. Это вкусная мочалка, вкусная, потому что она аппетитно выглядит, вот эти сочные, вот веревочка, она как стебель зеленый, два лепестка из губчатого материала, и сама мочалочка такая приятная, у нее форма сделана, текстура обалденная, конечно, она радует глаз, я думаю, что она будет в подарок приятно многим людям. И в завершение я вам покажу сейчас один аксессуар. Наверное, нам надо будет выключить свет, Миш, чтобы было видно хорошо. Сейчас я зажгу свечу. У нас такой вот красивый аксессуар. Это ангел.
ангел, с обратной стороны у нас подставочка, куда мы ставим свечу, а с другой стороны у нас, вот так вот, наверное, вам видно, мы потом еще снимем, фото сделаем, как это все светится. То есть, ну, сейчас уже свеча почти что потухает, включаем свет. Очень здорово сделано, необычно. Если вы поставите таких вот 2-3 ангела, зажжете свечу, это будет очень здорово выглядеть. Так, артист у нас совершает побег, и мы практически уже заканчиваем. Сейчас я осмотрюсь. Да, мы все вам показали, остался один сюрприз. Это большой, белый, пушистый, мохнатый сюрприз, просто необыкновенный. Это плед. Это плед, который я разверну сейчас и покажу вам во всей красе. Это то, что вызывает у меня просто восторг. А с одной стороны, это пушистый флис, мягкий. С другой стороны, это искусственный мех, сделан под барашка. Он такой пушистый, большой. Я даже сегодня под ним уже пробовала спать. Он мне очень понравился, он безумно согревает. И он мне напоминает пушистый снег, сугроб, зиму. И так уже хочется, чтобы быстрее пришла зима, чтобы мы уже катались на санках, с горки, развлекались и встречали Новый год. Поэтому такой плед, он станет просто шикарным аксессуаром в каждом доме, уютным, теплым, домашним атрибутом благосостояния. Вот, вот так обзор у нас пролетел быстро и незаметно. Я вам желаю супер классных покупок, побаловать не только своих близких и себя, а чтобы этот праздник запомнился, и подарки, которые вы принесете с собой, они запомнились и подарили чудо в каждом доме, принесли чудо в каждый дом. Спасибо вам огромное. В этом году это наш последний обзор. Теперь мы увидимся с вами только в январе. До новых встреч! Мы вас любим! Желаем вам самого счастливого, чудесного Нового года. Пока-пока!